27 января 1944 года завершилось одно из самых страшных испытаний советского народа. Ровно 80 лет назад армия Союза Советских Социалистических Республик удалось окончательно разбить немецкие фашистские войска под Ленинградом. Освобождение города, блокада которого длилась почти 900 дней, важнейшее событие периода Великой Отечественной войны, которое стало примером героизма жителей Ленинграда, противостоящих фашистской агрессии. На долю ленинградцев выпали страшные испытания, и невозможно до конца представить, через что прошли эти люди. Но одно известно наверняка – мы обязаны помнить о них. О событиях тех далеких дней и о том, какой ценой город удалось освободить. В Щелкове на Аллее памяти наши молодогвардейцы организовали мероприятие с реконструкцией Ленинграда в дни блокады и возложением цветов к вечному огню. Подвиг ленинградцев – настоящий пример стойкости и мужества советского народа в борьбе с фашистской Германией. Мы всегда будем помнить и чтить память наших героев. В мероприятии приняли участие депутаты окружного совета, общественные организации, военнослужащие, представители благочиния, молодежь Щелкова, ветераны, жители города. В этот день у мемориала была растянута многометровая георгиевская лента. Люди вспоминали тех, кто навсегда остался в осажденном городе, и тех, кому удалось выжить в нечеловеческих условиях, не пасть духом, кто не сдался, выстоял и победил. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.